Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Но она вышла, вокруг нее такой шар прозрачный. Это типа ее защита. Типа ее защита. Хорошо, защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ирины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Ирину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Она ничего не слышит, в ней стучит внутри, показывает, что она ничего не слышит. А что это вокруг нее? А, она не слышит? Хорошо. Я даю команду на счет 3. Это оболочка. Сила моего намерения снимается, выходит. 1, 2, 3. Отправляю. Да, готова. Она говорит, приветствую вас. Хорошо, отправляю эту оболочку в клетку, тюрьму. Приветствую, Марина. А что это мы так не могли до вас достучаться? Что это стоит вокруг вас? Вы в курсе? Это оболочка. Она говорит, я выставляла защиту, но не знала, что она такую плотность дает. Не знаю, посмотрим. Хорошо, будем дальше работать. Вы даете свое согласие, разрешение на проведение очистки вашего биополя? Да, разрешаю. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ирины. Находит все. Архноид. Рептилоид. Репт. Да. Два грея. Два грея. Спрут и бес. Спрут. Бес. Сколько бес, герц? Небес, демон. Демон, да. Хорошо, демон. Сколько герц? 14. 14 герцовый. Ух ты. Хорошо. Сейчас будем разбираться. Итак, у нас арахноид, рептилоид, два грея, спрут и один демон. 14 герцовый. Все правильно? Да. Мне с этой оболочкой непонятно. Вы знаете о ее происхождении? Я смотрю, у вас здесь 5 находится. Она... Ирина защищала вас от нее или наоборот, или как это понять, что это не действует на вас? Кто объяснит? Это не ее оболочка. Выстраиваем канал от этой оболочки. 1, 2, 3. На счет 3 притягиваю ответственность за эту оболочку. 1, 2, 3. Стоит в клетке тюрьме. Это рептилоид и грей. Ах, вот как. Ваша оболочка. Она создает прекрасное магнитное поле, которая позволяет уплотнить вокруг нее оболочку и передавать определенные энергии в наши платы, накапливать и потом передавать. В принципе, я понимаю. В принципе, я, безусловно, понимаю. Мне просто интересно, почему она считала эту защиту своей. Она ее не видела, но защиту она выставляла. И она думала, что это сейчас ее защита, да? Да. Хорошо, Ирина, вы видите все это, да? Хорошо, давайте тогда поедем следующим образом. Вы знаете процедуру. Сейчас мы начнем с реверса энергии. После этого вытащите все, я проверю и потом отпущу вас на вашу чистоту первый раз. Во время чистки вы будете еще отвечать мне на вопросы для установления причин этих подключек, чтобы понять, что человек, возможно, сделал неправильно. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Хорошо. Пока идет реверс. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Секунду, я просто скажу, что к этой оболочке идет такой какой-то металл. Металл. И цифры. Хорошо, рептилоид смесь Грей. Смесь какая-то. Хорошо, рептилоид с Греем. Что это за металл и цифры? Алгоритмы подключения. То есть это ваша программа, которую вы загружали через эту оболочку ее, да? Это программа в оболочке. Сколько вы находились, рептилоид с Греем, в этом биополе? Такое ощущение, что она вокруг себя какой-то круг очерчивала, как защиту. По циркулю даже показывает. И вот эта оболочка, она
как мы керамическую энергию закачиваем в оболочке, да. Вот так же закачивают рептилоиды туда вот эту информацию, металл. Это то, с чем она соприкасается, видно. Ей это понятно, и им это понятно. Это чистота рядом с ихней. Не их, но рядом с ихней. Через нее, через этот алгоритм они могут скачивать энергии себе в платы, у нее дома платы, в спальне. Хорошо, мы сегодня просто будем чистить. Сейчас я посмотрю. Да, у нас чистка квартиры. Поэтому, кто еще в квартире присутствует из вас? Арахноид. Арахноид, рептилоид с Грэмми. Кто еще? Спрут? Демон? Нет. Хорошо. Итак, рептилоид, сколько вы находились в общем в биополе и в квартире? Подожди, демон присутствует. У него даже там как шерсть, он показывает, есть. И демон есть. Хорошо. Да что ж там за квартира такая интересная? Итак, я третий раз спрашиваю, рептилоид, сколько вы находитесь в биополе человека? Рептилоид. 4 года. 4 года. Хорошо. Какой дискомфорт доставляла ваша конструкция, эта защита, вот эта вот оболочка? Как она это проявлялась на физическом плане? Ментальная тяжесть. На физическом плане. Ментально? Кроме да. этого. То есть это какое-то поглощение, увлечение, не замечая ничего вокруг. Все силы отдаются туда. Ах, вот как. И вы за этим всем стоите, да? В данном случае, да. Понятно, хорошо. Но если добавить еще арахноиды и всех других, то там, конечно, массивное было воздействие. Понятно тогда описание ее проблем, когда она нам писала. Хорошо, поехали дальше. 4 года находится у нас рептилоид с Грэмми. Арахноид, сколько ты находишься? 1 год и 3 месяца. 1 год и 3. Спрут, сколько ты находишься? 1 год и 8 месяцев. 8 месяцев. И демон. Демон, сколько ты находишься в ее биополе? 3 года, наверное, говорит. 3 года. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончился. Отлично. И устанавливая фильтры на все каналы, и в порядке реверса Ирина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Посмотри, что возвращается с конструкции. Но пока возвращается свет по всем чакрам. 7 цветов, чистый и яркий свет идет оттуда, мощным потоком. Пока идет реверс, демон, 3 года ты сидишь. Ты зашел на свою чистоту, я полагаю, да? Зашел. Подожди, еще из этой конструкции возвращается баланс какой-то жизненный. То есть у нее он перевешен в сторону этой конструкции. Интерес туда направлен, все остальное поверхностное, вот этот баланс возвращает. Ах, вот как, рептилоид с Грэмми. А что же вы мне, Грей, этого не рассказали? За этот баланс, который вы брали? За украли? Они сказали, что весь интерес уходит туда. Вся энергия идет. Вся. В принципе, сказали, да. Сказали, да. Скажите, вот то, чем она занимается, у вас есть какое-то мнение по этому виду, роду деятельности или этому... Это не наш эгрегор, но он близко к нам, поэтому нам легко подключиться. Я встречался просто с этим эгрегором один раз, и когда мы вытащили, по-моему, ящера или гуманоида, который стоял за вот этими техниками. Мы не будем в этом помогать. Тот, кто занимается, должен сам понимать и в первую очередь узнать, что это и откуда идет. Мы лишь сказали, что это нам понятно, и равная нам чистота. Не наша, но мы можем легко подсоединяться. Я понимаю. Тогда ответь мне хотя бы в глобальном вопросе. Это космические учения или это темные низковибрационные учения? Например, демоны. Космические. Космические. Мне это достаточно информации. В целом все взаимосвязано. Все, что происходит, космическое, потому что мы живем в галактике так же, как и вы на планете Земля живете в галактике. Нужно правильно уметь пользоваться, защищаться и понимать источник знаний. И цену за эти знания, скорее всего, тоже стоит правильно понимать, не так ли? Потому цена что все у нас... разная. У кого-то просто время, у кого-то здоровье, у кого-то заблудшие цикличные действия. Отдача энергии и получение
информации. Хорошо. Если бы так все дальше продолжалось, если бы я здесь не появился сегодня, мы не делали это все, не убирали, что случилось бы через 4 года? Вы 4 года сидели, она 4, и, скажем, через следующие 4 года. Как бы ее развитие тормозилось? Вы можете проекцию такую сделать? Уже на сегодняшний день ее развитие уходит в эту сторону. Мы сказали, что баланс нарушен. Все остальные аспекты ее жизни идут в минус. Больше, больше и больше. Отношения, работа, семья. Через 4 года было бы то же самое в сторону минус. С одной стороны, в сторону плюс, с другой. Понятно. Хорошо. И за эту информацию я тоже благодарен. Реверс закончится. Отлично. Хорошо. Реверс мы все забрали. Теперь давайте сделаем следующее. Начнем с арахноида. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставила. Все паутины, иголки, ничего не забывай. Жидкость отсасывай. И возвращайся в клетку. Хорошо. Я никак до демона не могу дойти. Демон. У него паучки там в голове. Да ты что? Ну, давай тогда уже разбираться с этим, с арахноидом. Арахноид, у тебя там наследство вывел, да? Да, у него паутина, как типа инкубатора света и паучки там. Расскажи, как это все воздействовало на ее восприятие этого мира? На какие-то физические недомогания? Было что-то? Давление? Ну, ему это не очень интересно. Ему важно, чтобы его потомство было в сохранности. А вообще, наверное, как-то воздействовал. Обычно арахноиды отлично знают, как это все воздействует. Головокружение. Головокружение, понятно. Вот откуда причина головокружения. Человек имеет право знать? Имеет, безусловно. Мысли сбиваются. Угу. Концентрация нарушена, да? Получается, что выходит, работает половина, как нижняя часть работает головы, что ли. То есть... изо рта выходят слова, а голова не успевает думать. Ах, вот как. Важно знать, понятно, от кого это воздействие было. За эту информацию тоже благодарен. Ждем, пока он все вытащит. Из всех своих паучков, боровичков. Ну, вытащил. Хорошо. Рептилоид, дай команду Грэм, пусть они выходят, отключают все, что еще не отключено, вытаскивают все, что еще не вытащено. Приступай. Готово. Хорошо, спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Не забывай жидкость. А где он сидел, Вера? Ну, он сидел, получается. На голове же арахноид сидел. Да, желтое тело. На чем в животе сидел? Смотри, нету инзиктоида, идет спрут. Теплое место, понятно. Он передвигался там. Он собрал все. В принципе, у него там как желе какое-то было. Он ничего не успел еще установить. Хорошо, желе он и забрал свое оттуда? Желе и присоски, за которые он держался, все забрал. Да, хорошо. И демон у нас остался, 3 года сидел демон. Давай еще пару вопросов тебе задам. Скажи мне первый вопрос. Есть ли лярвы в биополе Ирины? Низ живота. Низ живота, это там, где сидел у нас спрут. А еще где? А нет, он говорит, что спрут сидел выше, а это накопленные энергии. Ах, это ее собственные? Просто, да. Так подожди, это получается, тогда у нас эмоциональные энергии там скопились, да? Да. Ну, я просто был намерен их по-любому сегодня выдавливать. Если это тебе интересно, я тебе могу эти энергии отдать, с ее согласия. Все энергии страха, ненависти, грусти и так далее. Все, что на твоей чистоте. Мне все интересно, что на моей чистоте. Понятно. Хорошо. Давай тогда сделаем следующее. Выходи сначала, отключай все и объясняй, как оно работало. Приступай. Мы должны понять причину твоего появления, на что ты зашел. Если ты 3 года сидел, значит, какие-то моменты есть, которые тебе до сих пор интересны. Перепады настроения. Перепады эмоций. Эмоции. Этими веревочками ты помогал их переключать? Да, за руки, запястья. По часам переключал или когда тебе было необходимо? Когда она начинала, ну, я назову это хандрить, я начинал дергать и усиливать. Понятно. Хорошо, расскажи мне, какая у нее самая такая интересная черта в твоем понимании, что тебе, в общем-то, ей особо нравится?
нравится, что не умеет слушать. Угу. Иногда даже смешно. Я веселюсь от этого. А еще что? Вытащите пробки из ушей. Мне. А кто их туда поставил? Это твое или чье? Я не понял сейчас за пробки. У нее пробки находятся? Он не знает. У нее нет пробок. У нее вот этот шар, он ее закрывал. И слышать она, в принципе, ничего не слышала, кроме, как и сказал рептилоид, баланс у нее перевешивал в одну сторону. Mm. Там, где ей интересно. Интерес туда тек. Это он более абстрактно сказал, да, чем в том плане, что действительно пробки. Он образно сказал. Образно, все верно. Хорошо. Давай, что у тебя там? Качельки? Гольфики? О, уютно мне здесь было. Все вниз собирал. Все стекало, конечно. Так что там стояло у тебя? На ногах особенно. Конструкция здесь у меня. По ногам било? Утяжеляло все, да? Утяжеляло качельки. Качельки. И за ручки дергал ее. Хорошо устроился. Рядышком все. Уютно мне было. По вибрациям подходит. А до тебя кто-то был? Кого ты выгнал? Не знаю, я на пустое место пришел. Понятно. Все снял. Хорошо, разрешайте демон забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Приступай. Ничего не забывай и возвращайся тогда назад. Я не забуду. Готово. Все забрали. Включай внутренний белосвет Ирине 1, 2, 3. На счет 3 Ирина выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, остаточные энергии на частотах интерферентов и их конструкции. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает все. Формируется перед ней шар. Готово. Хорошо. Открывается под шар. Большой шар? Нет. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Все прошли проверку. Выходит эмоциональный фантом Ирины 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Много? Ты знаешь, она так жила со своим эмоциональным фантомом, что она считает, что так и должно быть. Все эти эмоции правильные, но из нее сейчас начинает столько выходить, и отделяться. Кошмар. Хорошо, посмотрите на это, Ирина. Вот так процесс проходит. Таким темным, как дымом, с нее выходит все. Ну, так понятно, теперь интерес 14-герцового. Вечный источник питания. Я всегда права. А вот как. Готова. Хорошо. Ирина, вы готовы расстаться с этой эмоциональной энергией? И негативной эмоциональной энергии, низкой вибрационной, вами же сгенерированной. Готова расстаться. Хорошо, сворачивай эту энергию в шар. Демон забираешь? Да, конечно. Отправляю демону. Хорошо, значит, мы тогда сейчас все прошли проверку. Демона, рептилоида, грея, арахноида я отправлю. Открою два портала. В один идут космические, во второй идет демон. И спрута буду отправлять тогда на его чистоту. Спрут, готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. И открывает два канала в квартиру Ирины. Один космический, в него уходит арахноид, рептилоид и два грея. И второй канал открываю для демона. И демон уходит в этот канал. Портал дожидается нас в квартире. После этого мы еще там соберем весь негатив и отдадим. Нам он не нужен. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу чистку. Сейчас мы будем возвращать вас назад, ваш биоробот. И сразу приступим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И ты знаешь, она говорит, я такая счастливая, и я, оказывается, многого вокруг себя не замечала, а у меня все есть, чтобы быть счастливой.
Абсолютно верно. Вам еще помогали многое не замечать. Сейчас этого всего нет. Сделайте перезагрузку и с новыми силами вперед. Хорошо, мы здесь закончили, Вера? Да. Отлично. Отключаемся от Ирины. И квартиру ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Она поблагодарила нас. Во благо. Я здесь. Отлично. И входи в квартиру. Я даю команду на счет три. Готово. Хорошо. Так, кто у нас там? Красный дракон у нас есть. Красный дракон. Хорошо. Арахноид. Да. Рептилоид. Грей. Да. Демон. Демон. Воронка. Все. Хорошо. Под воронкой открывается портал в галактическое ядро, и оно уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, ты все собрал? Да, собрал. Успел, да? Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Рептилоид Грей, вы все собрали? Все сняли, да. Готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. И Греи забирают все, что они с собой принесли, и уходят на свою частоту, свой портал, а рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатаю, растворяй оба портала. Поехали дальше. Красный дракон. Считай цифры над головой красного дракона. 386. 386. Понятно. Хорошо. Красный дракон. Ты в курсе, где ты находишься, да? На чистке. Хорошо, дракон, давай, выходи. Снимай свои платы. Где они стояли, кстати, твои платы? Где ты их установил? В спальне, в одной из спален. Хорошо. Как ты забирал эту энергию? Ночью высасывал? Или как это было? Как они работали? Значит, они в комнате, где ребенок спит. Они выпускали определенные лучи. Воздействие. И что? Ребенок не мог спать? Или силы терял, или что с ним было? Беспокойный сон? Это не обязательно во сне было. То есть это могло быть в любое время дня и ночи, да? Плата стоит, да, у него. Влияло на него. Понятно. Хорошо, вытаскивай все. Снял. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, у нас там демон остался и кот Василий. Я даю команду на счет 3. Тонкая копия кота Василия проявляется здесь. Он шипит на демона. Подожди, демон. Да? Мучил его демон, кота. Но он говорит, зачем мне эта мелюзга? Василий, не бойся, я с тобой рядом стою, и мы пришли тебе помочь. Ты меня слышишь? Он тебя слышит, да. Хорошо, я включаю внутренний белосвет коту Василию. 1, 2, 3. И на 4 кот Василий выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии. Все чужеродное, все негативное выходит и формируется перед ним в шар. Шар готов, у него шар как ежик с такими лучами черными. А откуда, интересно, это взялось? Где эмоциональное состояние кота. Да ты что? Открывается под ним портал в галактической дробь под ним шаром, и шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет 3 в макушку головы кота Василия. Начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии, и вибрации его поднимаются до необходимого кошачьего уровня. 1, 2, 3. Пошел процесс. Значит, он всегда знал, что в квартире хозяин демон, и ему это очень не нравилось. А сказать потому мог, что ему надо быть хозяином, иметь это все там. Понятно. Значит, а можно твой протест, когда ты там ходил в туалет на кровать или в портфель, или в тапки, это был твой протест, связанный с тем, что ты не главный в этой квартире, правильно? И это тоже. И плюс в квартире нездоровая атмосфера. Она как разломлена людьми. Каждый делает свое дело. Ему это очень не нравится. Это, конечно, гармонии нету. Но он хочет соединить.
Но я тебе могу только пообещать, что я все сейчас уберу весь негатив, который в этой квартире находится. Этого уже не будет. И твоя хозяйка тоже стала чистой уже. А главное, вот. Он будет хозяином. Вот это самое главное. Он так воспрял хвост трубой. Ну, конечно, ты хозяин. Мы подтверждаем, ты самый главный в этой квартире, если не кот Василий. Кто еще? Это самая важная задача для кота — быть хозяином в квартире. Хорошо, котик. Буду тебя возвращать назад в твой биоробот. Синхронизирую и уберу весь негатив. И для усвоения энергии и вибрации возвращаю кота Василия в его систему биоробот-душа. Синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Ну вот и понятно теперь. Он повернулся. К демону задом повернулся и лапами так загребает его, как кто-нибудь. И пошел хвост трубой. Ну, хозяин, хорошо. Я думаю, демон это переживет. Итак, у нас демон остался... говорит, я же говорю мелочь. Ну, понятно. Хорошо, демон, давай тогда собери все, что ты оставил в этой квартире. Собрал уже? Собрал уже он, да. Хорошо, значит, тогда давай пройдемся. Я закрою все порталы. После этого соберу тебе весь негатив и отдам в дорогу. Приступай. Он не понял, что ему делать. А, мы порталы, пройдем... говорит? Порталы. Покажи мне все порталы в квартире, конечно. Ну, пошли. Пошли. Арка. Вход в кухню, портал. Видишь ее? Да. Под аркой внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Сейчас подожди. Там сильный портал был. Когда... Какой? Арка? Или сейчас какой? Который? Арка. И еще один портал в кухне. Где? Под окном. Под окном в кухне открывается портал, воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, стена на частицы, все уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Там батарея, там тепло. Готово. Хорошо, еще где-то есть? Два портала, все? Нет, он показывает какой-то шкаф, и возле него пространство. Волнуется? Там портал. По всему периметру этого шкафа, за ним... стена, открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы уходят. Все на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Шкаф, коридоре, зеркало. Не портал, но волнуется. Хорошо, по всему периметру шкафа внизу, там, где зеркало, открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Ванна он идет. Ну, ванна и кухня – это такие вещи, которые… Он показывает, которые... что там очень-очень много негатива, что все сбрасывают в ванне негатив. И он там собирается. И он там не чищен, да, много. Хорошо. По всей ванной, Вера? Или только пол, или стена, что там? Делай по всей. Хорошо, я даю команду. По всему периметру ванной комнаты открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот, все порталы, фантомы порталов, наночастицы. Все негативное, темное уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Даже с потолка сошло что-то. Вот так наша энергия манифестируется. В нашем мире. Готово. Хорошо, еще есть? Все. Отлично. Перемещаемся тогда к клетке все вместе. Клетка пустая, Вера? Да. Хорошо. Клетка, если пустая, убираю ее, открываю под ней портал в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Два шара. Один с темными эмоциональными энергиями, эмоций, мыслей, чувств. Второй шар формируется с космическими энергиями. Ну, вот из этих эмоций и чувств разломы вот тянет тоже, они как черными такими кривыми линиями сворачиваются в этот шар. Вот эти разломы, о которых кот говорил, да? Да. Понятно. Но он их видит. Намотались оба шар. Хорошо, под космическим открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. А второй большой? Да, очень большой. Там в этом шаре равнодушие и сожаление, и боль. Там вроде как-то пересекаются люди, но всем друг на друга. Все заняты своими делами. Вроде перекинулись словами и пошли своими делами заниматься. Все понятно. Хорошо. Демон забираешь? Да, забираю. Отправляю демона. Мы закончили, буду тебя отпускать. Хороший шарик. Ну, это все люди,
такими энергиями обладает. Сами виноваты, что здесь скажешь. Хорошо, готов уходить? Готов, давно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирается, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. И? Готово. Хорошо, мы закончили, ничего не забыли? Нет, ничего. Хорошо, можно сейчас еще котика спросить, все ли чисто. Кот Василий, подойди к нам. Нам пишет, мурлыкает. Ну, сейчас чистенько в квартире, все как тебе хочется. Демона нет, все убрали. Ты хозяин. Он говорит, что любви и теплоты не хватает. Любви и теплоты не хватает по отношению к тебе или по отношению между людьми? В пространстве. В пространстве, где ты живешь, понятно. И еще один вопрос к тебе. У тебя есть какие-то желания насчет корма? Ты хочешь какой-то особый корм? Может, тебе что-то нравится больше? Так, может, сейчас... Я думал об этом им больше. Важнее спокойствие, гармония. Теплота людей. Хорошо, мы только эту информацию можем передать хозяйке квартиры и всех, кто живут в этой квартире, в надежде, что они услышат. Он говорит, что это пространство теплотой только сами люди могут наполнить, чтобы это стало домом, и ему было там уютно. Конечно. Во всяком случае, все разломы мы убрали, котик. Так что... И не надо больше тогда на кровать там ходить, протестовать, если можно тебя попросить об этом. А он говорит, а как мне до них достучаться по-другому? Ну, хорошо, в принципе, это твое право. Говорить-то ты, я тебя не понимаю. Но если будет гармония, тогда ты этого делать не будешь. Правильно я понимаю? Может, как-то по-другому покажешь свое недовольствие все-таки? Уже крайне. Нет, он будет спать, свернувшись клубочком. Молодец. Хорошо, котик. Давай, беги в свой биоробот. Мы с тобой закончили с этой квартирой. Ты здесь теперь хозяин. Отключаемся, Верочка, от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Все нормально. Кот принял нашу работу. Я на месте.